согрешником, Господи, неся мне закона Бога. Лето 1223 при князе Мстиславе Романовиче, в 10-е лето княжения в Киеве, за грехи наши пришел народ незнаемый и рать неслыханная. Про них же никто не знает и не ведает ясно, кто и каков язык, и кто такие, откуда пришли, и какого они племени, и какова вера их. Три князя, три Мстислава откликнулись на просьбу половцев, но... Нет единства в душах русских князей. Мстислав Мстиславович Галицкий вырывается вперед со своей дружиной для того, чтобы единолично одержать победу. Но вместо победы он терпит поражение. Несмотря на то, что события окружают его трагически, в его лице, кажется, проступает прозрение. Надо объединяться, надо смирять себя, надо уходить от этого горденосного тупикового пути. Может быть, уже в его очах, мысленному его взору, предстоит картина, когда русские князья смогут объединиться под властью единого военачальника и смогут оказать противостояние татарам. Над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облакам суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Победа на поле Куликовом была не случайна. К ней постепенно русский человек вызревал, готовился внутренним усилием, внутренним делом. Русские князья старались найти ту силу, которая бы помогла им преодолеть искушение. Конечно же, искать ее необходимо было в внутреннем изменении себя, своего сердца. В русских летописях, когда княгиня Евдокия благословляет супруга князя Дмитрия Ивановича на битву на поле Куликовом, она как раз и говорит: «Не приведи Господь случиться тому, что случилось на Калке». Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем, теперь твой час настал, молись. Ключ победы на поле Куликова коренится, конечно же, в постижении того самого пути духовного совершенствования, которым проходил русский человек. Пересвету предстояло сразиться с великаном Челубеем. Это сражение, по сути дела, и должно было предопределить исход битвы.
Я представляю себе эту глыбу, как она шла, как расступились наши полки. Діда-прадіда православні, невелико числом наша рать, не страшись, твої прадіди славні, за твоєю спиною стоять. Знову тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума, знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. А не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча. Нам за щит буде Божеє слово, а молитва за вістря меча. Нам за щит буде Божеє слово, а молитва за вістря меча. Ставайся, чесний муж, боронити святу Русь. Человек всегда ищет чего-то большего. Он не может удовлетвориться только тем, что дает ему дела, связанные с мирским попечением. Он ищет большего. Очень многие люди, прославленные, добившиеся положения, уходят от своих мирских дел в монастыри для того, чтобы обрести свой путь к Богу и для того, чтобы стать хозяином своего собственного сердца. По сути дела, мир живет молитвой монахов, и пока она существует, мир существует. Ведь, уходя в монастырь, монах отрекается от заботы попечения мира. Он думает обо всем об этом, сердце его глубокое, широкое, оно вмещает в себя все эти беды, в том числе и боль за отечество страждущее. От пламени страстей нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты, не след житейской мертвенной пустыни, не на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их, в безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и показал. Монаршее служение – это не просто власть царя, это предстояние Христу за свой народ и за то государство, которое сам Господь вверяет в руки правителя. Царь Иоанн Васильевич Грозный, как никто, понял это, потому что время правления его было сопряжено со страшным историческим периодом. Велико было противостояние боярской смуты, велико было противостояние сил, которые очень хотели сломить русское государство, по сути дела, положить предел. Поэтому оприщина возникает как радикальное средство. Государь Иоанн Васильевич – это хирург, который прооперировал тело своего отечества. Он, по сути дела, вырезал те гнойные язвы, те гнойники. И как прекрасно было, что он это бремя на себя взял и сделал. Он знал прекрасно, что его не оценят. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро и ненавистью за любовь. А тиране говорят об Иоанне Васильевиче, за что он добил ересь жидовствующих. Он устанавливает ту самую сильную власть монарха. Царь безмолвствует, он прозревает самое себя. Он знал, что он за свой народ отвечает как отец, за его нравственное состояние, за душу народа. И это ответственность величайшая. Ее можно сравнить только с ответственностью отца семейства, который отвечает пред Богом за душу своих детей. Он знает, что он на страшном суде будет Господу давать ответ, как он их воспитал, как он их управил, какой пример, прежде всего, дал он им в своей жизни. Муж невероятных дарований, невероятных талантов, он был гимнограф, он сочинял для храма, в богослужении задействованы его тексты. И вот он пишет, определяя для себя служение царя.
И всегда царям следует быть осмотрительными, иногда кроткими, иногда жестокими. Добрым являясь милосердие и кротость, злым же жестокость и расправа. Если же этого нет, то он не царь, ибо царь заставляет трепетать не добро творящих, а зло. Хочешь не бояться власти, делай добро, а если делаешь зло, бойся, ибо царь не напрасно меч носит для устрашения злодеев и ободрения добродетельных. Государям русским было что защищать. Попробуйте помолиться, Иоанн Васильевич, быть может, вы в этой молитве к нему и обретете ту правду, это подскажет вам и ваше сердце. И умилосердился Господь на люди своя, и время благополучно подади, и возвеличи царя, и люди, и повели ему державствуйте тихо и безмятежно во благонравии живущей. Блаженный на троне, царь юродивый, Федор Иванович предстает в образе очень странном для государя. Он присел на одно колено и гладит кота и смотрит на эти образы бояр, которые, как кедры ливанские, возвышаются пред его очами. И кроткий смиренный взор говорит: «Я знаю, кому вы служите». Почему я постоянно пишу о государе? Царствие небесное, ведь это же самый главный смысл жизни современного человека, как и древнего. Вот об этом и пеклись государи. Русский человек, живя в России, гарантированно спасался, если исполнял те ему предназначенные правила жизни в империи, просто не мог не спастись. Поэтому я и пишу картины о наших отцах-государях, чтобы русский человек современный пришел и почувствовал себя не одиноким, почувствовал, что его любят, причем ныне живущий, но живущий у Господа в раю, любит его самоотверженно и готов его защитить любую минуту. Над белыми красные, и Авелю Каин
не укроют, лица и тризну не справят над белыми красные. И я верю, брат, не укроют лица. Пречистая мать нас венчала с Россию. Тяжел этот светлый венец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Государь предстает человеком бесконечно скорбящим, страдающим, прежде всего, за свое отечество. Он так же, как и все остальные благочестивые русские монархи, чувствовал себя отцом своего народа. Вечер. Июльский вечер. Теплый. Сидит за государь, занимается географией. За 7 часов до расстрела со своим сыночкой, у которого болит ножка. Он говорит ему: Алешенька, ну постарайся сосредоточиться. Ведь Мадагаскар здесь находится, а не там. И тот говорит: папочка, прости, это за 7 часов до расстрела. Мы это, изучив, ознакомившись, сказали спасибо за информацию. А потом нас ждет дело, звонок, встреча деловая и так далее. Да как же жить мы можем по-прежнему, если мы это все вот увидели сердцем, да, ознакомились, а живем по-прежнему? Значит, мы не люди просто. Потому что Господь не создавал таких монстров. Он создал человека по своему подобию. А что такое Господь? Это любовь. Люди – это те, которые любят, сердцем чувствуют. А если не чувствуют, значит, они не люди. Это значит, те, которые говорят сейчас, что монархия – это одна из политических форм. Существуют и другие, и везде спасение. Да, может быть, для других стран спасение. А вот для России, где Алешенька географию за 7 часов до расстрела изучал, если люди это понимают сердцем, это не спасение, а это ад. Как восстановить все то, что было утеряно? Ответ в триптихах, посвященный святым страстотерцам царской семье. Ответ кроется и в триптихе, посвященном красноармейцу, который ударом колокола просветило, и в дальнейшем он через покаяние пришел к духовному созерцанию. Когда мы спрашиваем себя, куда нам идти, мы прежде всего должны в себе воспитать уважение к закону любви. Закон любви, данный нам Богом. Все остальные законы, они пишутся людьми, и они часто не соответствуют этому закону. Россия приносила жертвы, я делаю вывод, для какой-то будущей великой миссии. И вся эта кровь еще, может быть, даже не пролита до конца, чтобы наполнить тот сосуд, который должен наполниться. И когда он наполнится, сосуд слез и крови, будет явлена какая-то новая форма существования России. И вопрос сразу, зачем и для чего? Да? Вот сейчас, мне кажется, в Европе происходит полнота жизни вне Христа. Там она тоже должна наполниться. Здесь эти псевдосвободы, по сути дела, олицетворение идеологии беснующегося мира, окружающего нас с вами. Ангелы сопровождают души вот этих людей, купившихся на посулы, псевдодобродетели и упавшие в этой жизни, не принесшие Богу покаяния, они идут в ад, сопровождаемые ангелами смерти, которые водят их и показывают им истинную личину тех грехов, которым они здесь служили. Господь милосерд, но покаяние, понимание и отличение греха от добродетели должно быть в сознании людей. Не должно быть духа беспечности сейчас в умах и сердцах русских людей. Мы наследники все-таки высочайшей духовной культуры. Петр Михайлович Достоевский говорит, что красота спасет мир.
И он говорил о духовной красоте, о той внутренней красоте, которая должна быть в каждом человеке. Кто мы, откуда мы пришли и куда мы идем? И вот каждый человек может остановиться и подумать среди этой суеты и совершенно невероятной гонки жизненной, которая сейчас свойственна всем. Но не просто подумать, как некая передышка, а просто заглянуть в свою собственную душу. Один единственный человек на Руси сказал: «Я беру ответственность всю и в вечности в том числе на себя. Завтра погибает вся Русь, если мы проиграем это сражение». Дело не в картинах, которые я пишу, а дело в ракурсе взгляда. Ведь ему так же тяжело было, как сейчас нам. И вот один человек незаметно взял и сделал, и мы поэтому сейчас живы. Не соглашаются купцы? Как не соглашаются? Заломили втридорога. Говорят, такая веревка еще дешево. Ну покупай, что же делать? За такую цену покупать? Покупай, говорят. Так тебя же князь прибьет. Мы же его разорим в конец. А мне теперь все равно, покупай. Дорогу! Уйди, отец, прибьют тебя здесь. Зашибут. Без меня не вкапывайте. Борис! Сейчас я. Ну что? Не выдержит форма здесь. Еще слоем надо плетать. Да каким слоем? Давно пора все глиной обмазать. А вы еще каркасы не сделали? Да вы да, что? Да еще укреплять надо, а прутья все кончились. Ничего укреплять не будем. Заделывайте. Если вы задумаетесь, то поймете, что только державный правитель, помазанный на царство, от Господа данный, человек, понимающий, что он за все ответит, за все свои грехи там, за все, что он сделал дурного для народа, для страны, он тоже ответит там. Так вот, только такая личность, такой помазанник Божий, православный монарх, передавая преемственно власть, отвечающий за народ, за Россию, пред Господом, нужен России. Сейчас мир должен явить полностью две крайности какие-то. Россия на своем полюсе, Запад на своем полюсе. И все это должно во что-то вылиться внешнее обязательно. Все внутреннее потом выражается во все внешнее. Значит, у них будет, несомненно, какая-то своя форма, а у нас мы предлагаем государя. И вопрос стоит, зачем? Зачем? Ну, конечно, не для политики, не для воинской славы, явно совершенно. Не для того, чтобы показать, что мы богаче живем, не что у нас новый Чехов, новый Достоевский может появиться. Это не нужно. Сейчас, на данном этапе, это не надо. Тогда зачем? И вот когда мы задаем этот вопрос, для чего тогда нужно православное царство? Напрашивается только один вывод. Чтобы вот для вот этого полностью дошедшего до конца апостасийного мира была возможность, во-первых, увидев свет Христовой любви, исходящей из России, Христовой, подчеркиваю, любви, исходящей из России, иметь возможность принять спокойно православие в этой стране, которая защищена государем, и где можно быть православным по закону. И второе, не иметь оправданий на страшном суде, что не было такого света. Мы жили в Европе или в Америке, где был один Содом. Тогда Господь скажет: нет. И в последние времена был явлен этот свет. Мы сейчас строим духовный мост через пропасть, которую вовлечена была Россия в кровавом 20 веке. А по этому мосту пройдут наши дети и внуки. Дать возможность Господу через нас, как через лопату, да, быть этой лопатой, выстроить вот это последнее здание не для украшения, не для какой-то внешней славы, а для явления правды Божьей. Русское царство в конце веков – это явление апокалипсическое.
Последний свет, последняя возможность, закрывающиеся двери, уходящий поезд, последний прыжок на ступеньку этого поезда. Вот что такое царство русское. Любовь Христова ко всем без раздела людям, и уже это дело людей, как на эту любовь Христову ответить. Либо ненавистью и войной с царством русским, или обращение сотен тысяч, может быть, даже миллионов людей к Богу. Человеку нужно дать шанс протянуть ему руку. Это возможно только при одном условии, когда эта рука властная рука, сильная рука, рука сильного, благословлена Богом для того, чтобы иметь силы вытянуть этого человека из тины. И вот для этого нужно царство. Очень нужно. Чтобы явно было выражено добро. Чтобы оно было притягательно. Чтобы можно было сказать, вот оно какое, это добро. Ясно выражается в определенных формах. Для этого и нужна монархия. Православная в 21 веке в России. И здесь экономика ни при чем. Абсолютно. Политика ни при чем. Абсолютно. Ничего общего нет. Национальная идея в этом и выражается. Царство нужно для полноты смыслов. Царство – это правда. Царство для сильных душ, не для мелких душ, не для искателей мелкой сиюминутной выгоды, а для сильной души, которая способна самопожертвование на труд созидательный, который живет не одну минуту, а вечно. Вот для них царство. И поэтому Царствие Небесное их ждет следом.